Привет, Ютуб! Сегодня делаем быстрый борщ. Состоять он у нас будет из мяса, любого можно взять, любое мясо по желанию, помидоры, лук репчатый, морковка, картошечка, свекла, чеснок, зелень, на выбор тоже любая, и капуста. Ну и, естественно, подсолнечное и сливочное масло. Режем мясо. Мелкими кубиками. Кидаем его в разогретое подсолнечное масло. И слегка обжариваем. Пока мясо жарится, шинкуем соломкой морковку. Ленивые могут натереть на терке. То же самое. Сыпем морковь в слегка обжаренное мясо. Закрываем крышкой. Режем репчатый лук мелкими кубиками. Порезанный лук или измельченный в блендере засыпаем в мясо. Закрываем крышкой. Измельчаем на крупной терке сверху. Засыпаем ее в сковороду. Перемешиваем. Заливаем небольшим количеством воды. Закрываем крышкой. Режем капусту. Закладываем. Под крышку. Перемешиваем. Сахар. Соль. Перемешиваем и под крышку тушим до готовности капусты и свеклы. Режем помидоры. Засыпаем. Ну и все, в принципе, минут 5 и в кастрюльку. Вода кипит. Картошку туда. Приправы. Гвоздика. Лавровый лист. Базилик. Перец горошком. Закипело. Нашу заправку туда. Варим до готовности картошки. Картошка готова. Укропчик, петрушечку. Минуты 3. Оставшуюся заправку можно использовать как отдельное блюдо. Ну, типа солянки. Очень вкусно. Финальный штрих на любителя. Чесночок. И выключаем нагревание. Скоростной борщ готов. Приятного вам аппетита!